Накануне весны, теплых дней, яркие цвета и солнце – все это нашло отражение в номерах артистов. На сцене как взрослые, так и самые маленькие станичники. Они поздравили зрительниц зажигательными танцевальными номерами, мелодичными песнями, а также интересными театральными постановками. Конечно же, тема – это самая главная тема радости, тема жизни, тема любви обязательно скользит во всех наших номерах. Наконец-то весна к нам вернулась, и мы этому безумно рады, и, конечно же, мы поздравляем всех женщин, потому что именно они являются самыми весенними, самыми прекрасными людьми на свете. 8 марта – чисто женский праздник. Ну почему бы не прийти, не посмотреть на маленьких танцовщиц, которые так стараются, так показывают свои способности. Хочется пожелать в этот день, чтобы вот каждый день настроение было такое, как сегодня погода, солнечно, мирного неба над головой. Станичный дом культуры после капитального ремонта зажил новой жизнью. Полтора месяца назад была открыта детская театральная студия. Это только второе выступление юных артистов перед публикой. Впереди еще больше достижений. Здесь уже начали готовиться к майским праздникам. Артисты собираются порадовать станичников новыми программами.